Здорово! Это опять обзоры от mob.org, и я Трэш. Извини, что отвлекаю. Ну ты, сукин сын, вообще растерял форму! Посмотри на себя! Пришло время подтянуть твое кунг-фу! Именно поэтому я подготовил топ-5 файтингов на Android. Поехали! Когда-нибудь чувствовал, как сердце разрывает изнутри? Конечно нет, это все ванильный пиздец. А вот герои 5-го места испытывают такое почти после каждого поражения. И не потому, что они чрезмерно чувствительны. Просто они лишаются органов вне зависимости от настроения. Mortal Kombat X — это бесспорно лучший и жесточайший файтинг на мультиплатформе за всю историю видеоигр. Вот только на мобильных платформах дела обстоят иначе. Упрощенный геймплей и обильная система доната просто не дают полноценно получать удовольствие от игры. Тебе будут даны карточки с бойцами, которых ты сможешь прокачивать и докупать по мере прохождения башен. Бои будут проходить в режиме 3-3, и от тебя потребуется грамотное затапывание противников с своевременной подменой бойцов. Несмотря на недостатки, в игре все же много плюсов, из-за которых она не может обойти пятерку стороной. Кроме имени, у игры великолепная графика, анимация персонажей, удобное управление и зубодробительные фаталити, которые ничем не уступают оригиналу. У меня плохие новости, чувак. Алчный старейшина, более известный как коллекционер, вызвал тебя на битву со злодеями. Они строят планы по уничтожению человечества, и только от тебя зависит судьба целого мира. И нет, я не сошел с ума. Потому что это сюжет следующего файтинга. Повелся, да? Ты думал, ты избранный, да? Наверное, смотришь на меня сейчас, как на придурка. Да пошел ты сам, веди обзор! Ладно, ладно, выручаю. Так про что я там? Ах, да! Галактика в опасности и надежда только на тебя! Отправляйся на поиски приключений! Тебе предстоит победить Канга и Таноса, принять вызов загадочного и могущественного космического соперника и, наконец, предотвратить полное уничтожение вселенной в игре Marvel Битва Чемпионов. Ты сможешь поиграть за Тони Старка, Халка, Росомаху, Шторм, Звездного Лорда, Гамору, Человека-паука, Дэдпула, Зимнего Солдата, Человека-муравья и прочих выродков вселенной Марвел. Я люблю этих ублюдков, как и этот файтинг. В отличие от Мортала, тут донат подобрее. Да и на файтинг она походит больше. Тут тебе и сюжет в комиксах, и свободное перемещение по полю боя, и кучу способностей для целой сотни героев. В общем, даю почетное 4-е место и двигаюсь дальше. У тебя бывали такие случаи, будто ты боишься собственной тени? Мне стыдно признаться, но у меня бывали. Моя мама мне как-то сказала, что только если я дам бой своим страхам, я преодолею их. А, нет, это сказал Брюс Уэйн. Это не важно! Так вот, когда я вырос, я дал бой тени. Только в Android-игре. В продолжении нашумевшего хита Shadow Fight тебе все так же предстоит сражаться с тенями и прокачивать своего персонажа. При всей своей простоте в стилизации и реализации, игра по праву стала одним из лучших представителей жанра на Android и доказала, что серьезные файтинги на тачпаде вполне реальны. Огромный арсенал оружия, множество комбинаций и приемов, сотни ударов ногами, руками и холодным оружием любых видов, от нунчак и мечей до цепи и когтей. Каждый уровень — это динамичная схватка с реалистичной анимацией, выделяющей Shadow Fight 2 на фоне остальных конкурентов. Существует ли Бог? Есть ли жизнь после смерти? Можно ли драться насмерть, если ты уже мертв? На последний вопрос ты точно сможешь получить ответ в нашей следующей игре. Совсем недавно я рассказывал тебе о файтинге Ultimate Zombie Fighting, в котором ты бьешься насмерть с теми, кому, казалось бы, смерть уже не страшна. Да, в игре присутствует огромный, потный и жирный донат, не позволяющий нормально открывать новых бойцов, прокачивать их и впоследствии одолевать соперников. Но при всем при этом Ultimate Zombie Fighting — наиболее приближенные драки к уровню консоли. Здесь нет односвайповых сражений. Каждый прием предназначен для отдельной ситуации и требует определенной последовательности свайпов. Вдобавок ко всему, тут нашлось место как спецприемам, так и смертельным добиваниям. Ну и конечно же, где вы еще найдете добротный трэш-файтинг про зомби? Я думаю, твое обучение подошло к концу. И ты можешь взять бой в чемпионате мира. Бой — это способ общения. Он может привести к пониманию.
Он содержит смысл более глубокий, чем слова. И именно поэтому ты должен сразиться со мной. Я вызываю тебя на бой в величайшем турнире в истории. Если ты не догадался, то первое место в нашем топе занимает Street Fighter 4. А кто еще может занять первое место нашего топа, как не порт великой игры? Чем порт Street Fighter 4 лучше остальных файтингов на Android, спросишь ты? Да всем! В первую очередь, это полноценный порт ПК-версии. Тут все так, как и должно быть. Бойцы не покупаются, нет доната, прокачки персонажей и односвайповых сражений. В твоем распоряжении 14 бойцов, режимы сражений, карьеры и тренировки, десятки локаций и все обилие комбинаций и приемов, перенесенное на сенсорное управление. При том, что графические настройки выставлены по минимуму, игра смотрится лучше и динамичнее любых конкурентов. А возможность подключения геймпада делает Street Fighter 4 настоящим подарком для серьезного геймера. Ну что ж, ты прошел все 5 испытаний и досмотрел этот обзор до конца. Тебе осталось только выбрать, скачать, поставить лайк и пополнять ряды нашей армии. Это был обзор от mob.org, и я Трэш. Увидимся! Ах да, и по этим ссылкам можешь посмотреть то, что пропустил.